Ну все. Поехали, как говорится. Так, только надо это. Алло. А я тебе через 3 звоню. Прикинь. Через что звонишь? Через 3? Через стрим, да. То есть я с тобой говорю в стриме прямо сейчас, внутри стрима. Заходи. Хорошо, спасибо, милый. Давай. Не знаю. Как оно сейчас? Я такое увижу потом. Как записалось? Так. Так, окей. Привет, Алина! Я вижу чат, я вижу себя. Как я выгляжу в игре? Ну, если не как я выгляжу в игре, а как я выгляжу в камере, чтобы не спрашивать, типа, где я стою, сзади, спереди, непонятно. Вот, все нормально, вот. Вот, вроде все нормально идет. Единственное, я сейчас с проводом. Вот, потому что у меня разряжается окулус. Как дела, Алина? Ой, слушайте, я забыл свет поставить, источник света. Сейчас, один момент. Один моментум, секундочку. Не то, чтобы был какой-то супер крутой источник света, но камере должно быть теперь полегче. Да. Так, Алина, слышно меня? Нормально? Все, двигаем. Так, наверное, стоит сбросить. Ой, страшно. А зачем на самом деле залез? Ой, я чуть не упал. Так. Слышь, нормально? Отлично, отлично. Так. Тут доски какие-то. Зачем тут? Воу-воу-воу, тихо-тихо. Не-н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 е. Не-не-не-не. Сюда иди. Сюда подошел. Че, боишься меня? Смотри, боится меня, сволочь. Смотри, боится меня. Иди сюда. Скотина, а. Так. Скотина, а. На, попалась. Иди сюда, говорю. Блин, прыгать, что ли, на нее?
Скотина. Сейчас. А я еще одновременно пытаюсь оставаться впереди. Так. Ладно, придется на тебя патроны потратить. Сори! Сама виновата. Так. Так, я как-то... Так, ладно. Я чуть-чуть теперь лицом в камеру стоит. На самом деле не надо так делать. Надо встать нормально. И все, работать. И существовать. Так, а что, у него вниз, да, надо спрыгивать? Вот зараза. Ладно. Пипец страшно. О, нет. А сзади меня мэнхаки, да? Где они? Блин! А? Что-то у меня оттормаживание началось. Наверное, стоит это... Отключить, убрать у меня ОС с правой руки. Да. Как говорится... Фиг с ним. Вот как бы этот чат нормально у меня, а ОБС на правой руке, он не прикольно. Так. Смотри, а? Не работает. Окей, бежим. Ну, слушайте, ну я привык. Я привык, конечно, теперь двигаться. Так, раньше мне было очень тяжело, очень... Где он? Не понял. Вот это что ли она? Что с тобой? Бедный мой, сладкий! Ой, он меня коцает? Вроде нет. Ты что? Что с тобой, мой хороший? Все нормально? А, на нее решетка упала, она подняться не может. Давай тебе поможем. Ничего не могу сделать. Ну, сори, я закончу твои мучения. Бедняга. Плохой метрокоп. Стой. Блин, провода эти. Плохой метрокуб. Все. Всем отомстил. Так, не пойму. Так. А где я сейчас? Ага, вот он шкаф. Да? Окей. А, там компьютер. А, все, вот он, где я нахожусь. Так, окей. Надо сюда, да? Так, переключаемся на пи... на автоматис. Стой! О, оно разбилось броском. Так, ну тогда идти нечего, там делать нечего. Видимо, надо здесь запрыгивать, да? Вот такой, оп. Опа, прекрасно. Блин, ух. Фух, тихо. Все хорошо, все живы.
Я с вами расправился. У, лохопудри, лохопудри, лохопудри. Бум. Ну, с провода, походу, меньше все-таки тормозит все. О, что это такое? На, кушай. А где? А. Хе-хе, лохудрис, лохудрис вы. Ой. Сейчас потренируемся расстреливать. А вот так вот, если типа... Ой, я патроны зря трачу. Найс. Все, я могу вот так вот, я просто могу вот так стрелять. Так. С меня сползает гарнитура. Сейчас надо ее перекрепить. Как дела, Алин? Ничего не пишешь, да? Так. Все хорошо со всеми. Краска. О, коробка. Коробка. Оп! И надели на голову. Пакет. Стошнило. Пивас. Все, выпили. Так. Что нам делать? Нам надо лезть наверх, да? Поехали. Как обычно, снимаем одну руку и лезем. Так, ага. Тут где-то нам обещают... Нам что тут обещают? Там был знак лямбды, то есть нам тут что-то обещали где-то. Слушай, эта доска шевелится, да? О, нет, надо прыгать. А-а-а, вот сейчас у меня чуть не случился разрыв селезенки. Слушай. А, оказывается, надо было здесь пройти. То есть не разрыв селезенки, а... А это самое... А у меня как бы головокружение. Так. Ну я выжил, да? Ничего не пишу. Молодец, Алин. Что, неинтересно ничего писать? Ну ты что-нибудь пиши. Так, ага. Что у нас здесь? Надо квиксейв сделать. Что у нас тут? Нас что-то плохое ждет? Это же радиация. Явно. О! Что, что? Где? Ха. Никого не видно, не слышно. Интересно только тебя слушать. А, не интересно смотреть, как я тут расстреливаю. Не интересно видеть, какие ситуации попадаю, как я тут танцую. О! Я кого-то вижу. Там кто-то лежит, отдыхает, смотрите. Так, надо, значит, поэтому пройти сюда. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Я не хочу падать в радиацию. О-о-о, я гений. Я просто гениальный. Опа. Теперь туда. Оп. Не хочет. Тогда надо сделать так, смотри. Надо сделать так. Очень жалко тебя, мужичок. Хоба. Все. Все, съел. Так, окей, ну что тут, надо, видимо, бежать надо будет, да, сейчас? О, погнали. А, нет, что-то не сильно радиоактивность. А, нет, вот, получше радиоактивный. Я тебе помогу, мужик. Все, видишь? Hey, я Фриман. Фриман, да, да, это я. You were coming. Ой, ты мой хороший. You got here at a bad time. Black Mesa East to station 6. Хорош, хорош. Молодец, 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 очень хорош. За ушком потишу. За ушком потишу. За ушком потишу, потишу. Ой, извини. Вот носу поковыряю вот так. Подожди, я тебя в носу ковыряю. Так, чё. Секретное задание выполняю только я. Ууу, смотри, он еще живой. Хорошо, ладно. О. Left hand. А, неважно чем, можно взять оружие. Так, и что я взял? Я просто взял много оружия, да? Так, подожди. Mm.
Мне нужно взять оружие. Сейчас, подожди. Видишь, я беру оружие. Сейчас я беру патроны. Get out of here. Сейчас, ну не нервничай, мужик, не нервничай. Ты видишь, я этот, я... Чё, максимум у меня? Тьфу, блин, кажется, это для меня пистолет. Да хватит орать, ты весь нервничаешь, кровью течёшь. Всё. Харассмент. Я делаю харассмент. Так, окей. Погнали. Сейчас будет что-то, сейчас что-то будет. Ой-ой, тихо. Так, полезли, да? Смотри, они зарылись сразу, скотины. Скотины, скотобазы, я бы сказал. Так, тут первое знакомство с этими. Тихо. Да ты чё? Ужас! Отвратительно. Фу. Ой, мне аж в глаз пот попал, подождите. Ой-ой. Ой-ой. Эй, не стреляй. Спокойно. Так. Ужас. Кошмар. Бедняги, вы не заслуживаете такой смерти. Это страшная смерть. Нельзя такой смертью умирать, надо спасать от такой смерти. Оп! Please move back. Хе-хе, не-не-не. Так, 9 патронов осталось. Сейчас опять вылезу, да? Где второй? Где второй? На крыше? Ты смотри! Сволочь! Негодяй! Да ты чё? Вот неудобно вот этот заряжать автомат. Автомат неудобно заряжать. Добиваем выживших. Ой, что происходит? Тихо. О, заряда. Он одновременно не заряжается вместе с тем, что я играю. Я думал, он заряжается. А он тратится? Тьфу, блин. Опять то же самое сейчас будет. Шарманка, что вчера, да? Ну, кто же знал. Ну, ладно, сейчас как раз доиграем и где-то сохранимся, видимо. Ой, сейчас quick save. Возможно, стоит. Ага, я знаю, что ты живой. О, не надо мне тут. Ага. Это сразу потопал. Не надо мне здесь, я все про вас знаю. Все про вас знаю, ребят.
А я еще, кстати, помню, кто-то из болота вставал, да, по-моему? Память включается. Понял. Лох. Так. Худр. Так. Воу! Хе-хе. Меня так просто не убить электричеством. Так, тихо, спокойно. Я говорю, меня так просто не убить. Бедняга. Я просто так это делаю. Так. Так, ага, а здесь сейчас поползут на меня и поумирают. Потому что стены электрические. Эй, меня-то не отбрасывайте. Так, окей, убегаем, убегаем, убегаем. Прыгайте. Давайте, прыгайте на меня. Прыгайте, прыгайте. А, так не полу... так не будет. Прыгай, давай, давай. О! Лохудр. Хе-хе-хе, видали, его убило током. Прыгай, прыгай, давай. О! Убило током. 6, 97, 53. Давай, давай, давай. Прыгай, прыгай. Давай, прыгай. А, он меня немножко задел. Лохудр. Лохудрешка. Лохудренька. Лохудраха. Вот здесь достанет сейчас. Откуда же отсюда вставал, нет? Сказал же. Память, память работает. Память включается. Так, что происходит? Я провод запутал. Память работает. Так. У меня бочка. Внимание, у меня бочка. Тихо. Я опасен, у меня бочка. Никто ко мне не подходи. Я сказал, у меня бочка. Я предупредил сразу. Никаких претензий. Так. Классно. Будет сейчас эпизод этой езды. Скоро, да? Вон он. Эй, я Фриман. Эй, привет. Тебе идет. В щечку. В щечку. Что ты губы суешь? Хорошо, пойдем. Так, молодец. Давай петулю. Пять. Пэм, пэм. Ничего себе, я тебе поставил. Спасибо. Молодец. Интересно, как сейчас будет это введение? Кончилось, да? Так, левый джойстик accelerate, левый X leave, adjust comfort options. Ой. Так, и... Управлять как? А, так же, да? О, боже. Фу. Ну, немножко укачивает. Ой, хрены бывай. А! Кошмар. Так, окей. Тут что-нибудь интересное где-нибудь есть? Надо подобрать, наверное. А-а-а, как тяжело. У меня... Ой, ё-моё.
О, так, поехали. О. Ёкарный бабай. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, я как бы водить могу, только мне просто очень тяжело становится делать. А зачем я так заехал? Ой, блин. Ой, блин. Ой, блин. Ёкарный бабай, какой кошмар. Ну ничего, натренируюсь. Не понял. Так, стоять. Скотина. Патрон на тебе еще тратить. Скотина, а? Напугала меня. Так. Найс. Окей, окей, хорошо. Так, ну сейчас, наверное, будет какая-нибудь загрузка уровня. Если будет загрузка уровня, то просто потом... Это... О, блин. То попробуем в другую игру перейти. О, нормально, прошли уровень. Ну, неплохо, неплохо. Ну, с провода, кажется, получше идет, чем без провода. Так. Окей, сейчас, да, начинается интересный уровень, но мы на этом моменте приостановимся. Окей. Так, давайте попробуем этот Beat Saber, наверное. Ой, что-то меня унесло куда-то. Почему синий круг не появляется? Синий круг? Ага, вот он. Так. Reset, Recenter. Так. Давайте попробуем Beat Saber немножко поиграть. И закончим на этом, наверное. Так. Я сегодня играл через LVR. И там была нехорошая задержка. Вот, через Oculus Quest, через Oculus Link у меня даже по Wi-Fi ни разу не было плохой задержки, только я ставил небольшой этот дилей, настраивал. А по проводу, наверное, задержка должна уменьшиться. Но сейчас этот момент проверим. Так, давайте settings, аудио. Вообще, вот, стоял 143. Да, плохая. Можно 0 поставить, мне кажется. Вроде нормально. А что за это? Что за подвисание, не понимаю. Что за подвисание? Хватит подвисай. Так. Так, какую бы песню сыграть? Краб Рейв. Я в него не играл, по-моему. Ну-ка, давайте сразу на харде попробуем. Так, оба. А чё за тормоза? Не понял. А чё за тормоза у меня? У меня что-то игра тормозит прям? Подожди. У меня то есть игра тормозит. Такого по проводу даже ни разу не было. То есть я вот сейчас вот ввожу, она очень неплавная. Что происходит? Что происходит? Это от того, что Oculus сейчас выключится или что? И мигает все. Что-то изображение начало мигать. Что происходит? Причем вот Steam Overlay открываю, ничего не тормозит. What the fuck? Ну-ка давайте попробуем еще раз. Тормоза какие-то? Я ничего не пропускал, what the fuck? Мне... Изображение мерцает. Да я ничего не пропускал. What the hell? Так, ну-ка, может быть, попробуем... Может, попробуем перезапустить, не знаю. Какая-то
Фигня происходит странная. Попробуем, давайте это запустить. Очень странно. Не, ну оно нехорошо прям идет, прям как будто бы... Сколько кадров вообще, не понимаю. Что происходит? Очень непонятно. Какие-то мерцания. What the fuck? Может быть, попробовать переподключиться? Нет, с провода сейчас сыграть. Ну-ка, давайте попробуем. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Фигня какая-то. Нездоровая вообще. По игре у меня никогда проблем не было таких, чтобы еще игра тормозила. Так, окей. Погнали. Так, Steam VR. Запускаем. Сейчас проверим, как будет. Но надо будет вернуть дилей. А, так, я чата сейчас не вижу. Мне надо сейчас будет заново чат в Steam VR включить. Но это не страшно, это не сложно. Ну? Что происходит? Что происходит? What the hell? Запускайся. Окей, так, надо проверить, что... Так, пришлось Steam VR выключить вручную. Сейчас попробуем запустить. Погнали. Запускайся. Запускайся. Так, запускаем. Запускается? Так, запустился. Отлично. Окей. Steam VR запустился. Окей, хорошо. Теперь включаем Beat Saber. Beat Saber запускается. Хорошо. Так, Beat Saber. Во, во, вот сейчас хорошо все. Прикол. Игра такая нетребовательная, но при этом, как бы, которой нужна скорость, она почему-то по проводу плохо работает. Вот тут у меня стояло 140 у меня. Вроде все адекватно. Окей. Сейчас проверим. Сейчас, что я хотел включить? Какую песню включал? А, Crabrave. Сразу на харде. Давайте попробуем. А, подожди, стой. Стой. Подожди, стой. Подожди. Да, остановись. Я же забыл этот чат. Чат поставить себе на руку. Сейчас. Так, интересно только тебя слушать. Я сейчас, Алина, буду танцевать. Так, во, классно.
О, другое дело. Не то, что сегодня утром под днем. Там, ти-ти-тим, бум-бам, бум-бум-бум. Тим, ти-ти-тим, бам, ту, ти-ти-ти, ти-ти-ти-ти-ти-ти. Ой! О! Упрощение по битам немножко неудобно. Хочется под одно делать. Ну, типа, делать вот эти тын-дырын-дырын. А их нету. Ой, под тормоза. Вот тут, например, нормально. Нет-нет-нет! Чёрт! О, весь крабрейв. А он, оказывается, не такой активный, как я думал. Окей, а что будет, если мы поставим эксперт плюс? Ну, это сдохнуть сразу. Сейчас давайте посмотрим. А то я жаловался. А, это танец краба. Понятно. Понятно движение. Вот это! О, нет, тренироваться надо. А если просто эксперт? Чё за? Скоро у меня выключится гарнитура. Ну дай чуть-чуть попробовать краба-то. Сейчас. О нет, только эти не круговые, блин. Только не круговые. Я всегда в них путаюсь. Ладно. Так, тогда, может быть, попробуем, который сегодня Firestarter делали. Ну-ка, что если... Я хочу просто отыграться за то, что сегодня утром было, во днем. Ну-ка, хард. Что на харде будет? Ну, то есть... Я был уверен, что я все правильно делал.
Моя самая любимая часть. Черт, флоу. Фух, ну вот это же было гораздо лучше. Смотрите, я сранг даже. Ну то есть, да, это LVR гнал. Ну-ка, на эксперте как тут? Как тут на эксперте, давайте посмотрим. Страшно это. Ух ты, смотри. Смотри, какая скорость. А, не, невозможно. Это надо разучивать. Так, какую бы другую песню выбрать? Все, Алин, ты уже спишь? Какую песню поставить? О, господи, ничего себе. Final Boss Chan. Страшная штука. Что за экстрас? Что тут в экстрас интересного? Так, ну этим компания заканчивается. Нет, не сплю. Что, смотришь, как я танцую? Вот это мне нравится. Это хорошее. Это хорошее. Это хорошее. Это классное. Да не тут ноги вообще классные. Че, во втором волне? Прикольное тоже. Это прикольное. О, Ramen Base классный. Да-да-да. Я, кстати, по-моему, проходил, нет? У меня тут есть, типа, счет? Или нету счета? Подожди, который пройден, на них счет где-то указывается? А, вот, персональный, да? Соответственно, там Ramen Base. Ха, почему у меня нету? А, я его в компании проходил. Ну, давайте пройдем так, попробуем. Странно, а что нет у меня? О, вот это неправда. Я не пропустил. Ой, блин, вывлекся. А, теперь все обмажу. Это хард или нормал?
Вот что-то похоже на нормал. Слушайте, по-моему, это нормал. А, это кусты. О! О! Что послышло? Задел бомбу? А, чёрт. Выпендриваюсь и сразу, короче, это. О! Да разве это хард? Да не может быть. Я, по-моему, случайно не то выбрал, да? Похоже на нормал. Ой, блин. Ладно, сейчас дойдем уже. Ой, тут сложные моменты были. Или я, может, на эксперте его проходил? Ну, не может быть такой хард. Может, стоит посетить с кем-нибудь сыграть, потому что посетить все время выбирают очень сложные песни. Например, Final Boss Chan. Так. Что-то как-то это... Даже ранг S. Это хард был! Это был хард, точно, это был хард. Но на эксперте тоже не проходил. Не, ну этот хард был очень легкий. Другие харды. Ой, тихо. По-моему, наверное, в компании был эксперт. Вот это похоже на хард. Да, вот это я помню. Я даже тренировался. Для компании, скорее всего, тренировался. Ну как кто пропустил? Да не может быть учет. Из-за того, что руку за спиной держал, да? Опять выпендриваюсь. Не надо выпендриваться. Все, кончается у меня зарядка. Блин, я хочу подключить провод. Пауза есть? Нету паузы, да? Блин. Есть! Так, провод.
Существа. Провод мешает. Что это на эксперте плюс здесь? Блин. Провод мешает рукам. Окей, а эксперт плюс тогда здесь какой? Покажите мне. Не-не-не-не, нафиг. Ну-ка. Давайте зайдем в сетевую игру. Quick Play. Difficulty пускай будет hard. Music packs, ну, built-in, естественно. А хотя если будет all, он что, мне покажет какой-нибудь DLC? Которое у меня не куплено. Что, смогу так поиграть? Ну, так же бы не предоставлял такой возможности. Тут неожиданно как будто бы дистанция провода стала меньше. Почему? Ты что, далеко стою, что ли? Окей, не соединяется. Давайте-то поставим built-in. Ну, либо, может быть, сейчас никто не играет в него. Нет, вот видишь, все соединился. Такой типа, эй, привет, привет, чувачки, чувачи, чувачехи. Так, я не знаю, какую песню выбирать, но я готов. Человек сел на пол, что ли, что происходит? Ой, сейчас будет жестко, думаю, сейчас будет жестко. Поехали. Ой, сейчас жестко будет, жестко будет. Я-то выбираю песни, которые я могу исполнять. Они сложные. Вон мы на сопернике там. Ой. А, ну это из компании. Че, вы хотите сказать... Мне есть шанс выиграть. Только цвета мне непривычны. Ой, блин. Чё-то опять... Ну, совсем не очень сложно. Это какой-то хард очень странный у них.
прошлый раз, когда посмеялся по мультиплееру, было жестко. Я ни в одну песню не мог. А это хард просто. То есть это, этот хард как нормал. В компании эксперт был, на которой я отдельно прям тренировался. Черт. Блин, балбес я! Да что ж такое? Вот я лох. Полный лох. Такое, такая была простая партия. Я вдул, я третий пришел. Я буду делать вид, что я счастливый. Я счастливый. Я счастливый. О боже. Так, сколько времени? Ну, давайте еще песенку сыграем. Может, выберу сейчас что-нибудь посложнее. Curtains all night long, окей. Пойдет. Педро Фука. Так, по приколу, конечно, в VR со всеми здороваться. Такие все машут, такие все милые, такие бубузики. Бубузики-бузики. Настроечки всякие. Ненужные мне. Чё у них там, они здороваются, смотри на них. Чё выбрал, какую песню выбрал? Какую песню выбрали-то? Фух, я надеюсь, еще что-нибудь сложное, чтобы я это расстроился. What? Не понял. А что, я не играю? А что происходит? А почему я не играю? What the fuck? Почему я не играю? Что за хрень? What? Не, не хочу смотреть на людей. Я хочу, чтобы это. Или, может быть, хард для меня легкий стал. Не, ну это, по-моему, от песни зависит. Я согласен на 1.78. Все, сейчас я выберу. А то опять как в прошлый раз будет. Привет-привет, чуваки. Привет-привет. Красавчики все, красавчики. Что с ним? Никто не понимает, да, что с ним? О. Что с этим чуваком? Окей. Так, ну надеюсь, сейчас буду играть, слава богу. Ну сейчас всосу. Сейчас всосу, 100%. Ой, уже страшно. Все. Садимся. Okay.